Всем привет. Меня зовут Граница Александр. Я врач-психиатр. Я преподаю на кафедре медицинской общей психологии, психолог. И пришел к вам, чтобы рассказать о том, что такое психические расстройства при эпилепсии. Вы знаете, я с детства любил путешествовать и всегда считал, что нет ничего более интересного, чем изучить окружающий мир. И если бы я любил математику, то, возможно, я стал бы астрофизиком. Но мне кажется, есть еще один не менее увлекательный пласт – это изучение мира человеческой психики, чем я, собственно говоря, и занимаюсь, и это едва ли не более непознаваемо. Здесь должно быть видео, сейчас, надеюсь, оно включится. И мы пойдем немножко издалека. Так сложилось, что обычно психика человека и человеческий мозг идут где-то отдельно. Вот появилось видео. Здесь на видео представлен головной мозг малька рыбки, которую заставили светиться нейроны, тогда, когда они начинают работать. И посмотрим издалека на мозг человека, постепенно углубляясь, и постепенно мы посмотрим, увидим, как функционируют нейроны глубоко-глубоко внутри мозга, между собой, как они образуют связи между нейронами, и в итоге это формирует картину мира. И если смотреть на человеческую психику, то во многом это электрические сигналы, которые как волна распространяются по головному мозгу и путешествуют практически по всему мозгу. Это и есть наша психика, это и есть те отголоски, которые мы находим, те, которые мы изучаем благодаря психике. И эпилепсия во многом болезнь электрическая. В чем-то неврологи действительно сродни электромонтерам, когда они изучают провода, короткие замыкания и перерывы этих проводов. И эпилепсия – это расстройство, которое тоже затрагивает как раз-таки электрическую сферу, но, как и любое заболевание головного мозга, в итоге оно имеет психическое отражение. И мы с вами поговорим о трех взаимоотношениях психики и эпилепсии. Рассмотрим это с трех сторон, с трех позиций. Во-первых, это особенности личности пациентов с эпилепсией, изменение личности, которое возникает вследствие наличия у них эпилепсии. Во-вторых, это особенности эмоциональной сферы во время переживания эпилептических припадков, приступов и в последующем. И третье – это изменение когнитивной или познавательной сферы. Ну и начнем с вами с личности. И что мы здесь увидим? Мы увидим такое вот слово. Ойдос – это подобный. Первая часть, я думаю, понятна в связи с чем. Это довольно традиционное слово, которое можно увидеть во многих опросниках онлайн. Хочешь узнать свой характер, проверить свой характер, и в итоге вам могут выдать вот такой вот результат, что у вас есть эпилептоидная акцентуация характера. И если вы почитаете, что она означает, вы прочитаете, что это взрывчатость, мрачность, властность, эгоизм, аккуратность, педантизм, упрямство и добросовестность. То есть вот вам Райчу в качестве примера того, как взрывается характер эпилептоида. Почему так назвали? Потому что сходные изменения личности возникают у пациентов с эпилепсией либо со вторичной, либо с первичной процессией жизни, возникают примерно схожие симптомы. И мы пойдем дальше и их, надеюсь, увидим. Вот. Здесь мы увидим какие слова: угодливость, склонность к дисфории, патологическая обстоятельность, тугоподвижность и переоценка себя. Это те изменения. Нет, ничего здесь нет больше. Это те изменения личности, которые мы будем наблюдать у пациентов с эпилепсией. Действительно, нервные клетки постепенно отмирают. Действительно, многие барьеры
психологические, которые раньше были сформированы в процессе социализации, в процессе того, что человек входил в общество, они постепенно начинают уходить. И это неизбежно, вне зависимости от того, страдаете вы каким-то органическим поражением головного мозга или просто с возрастом. Эти огрубления характера, они тоже постепенно приходят. И есть особенности специфические. Почему они возникают? Это вопрос спорный и не до конца изученный, как и многое в психической жизни. О дисфории мы будем говорить достаточно много, чуть позднее. Дисфория, вкратце, это такое особое состояние эмоциональной сферы, характеризующееся гневливостью, агрессивностью и низким эмоциональным фоном. Патологическая обстоятельность. Да, вкратце, да. Патологическая обстоятельность. Сейчас попробуем посмотреть, что это такое. У меня сейчас должен появиться вопрос. Если можно, я задам кому-нибудь из зала. Вы не против ответить? Что я делала сегодня утром? Да. Да. Прям подробно? Нет, просто. С утра я проснулась, занялась домашними делами и пошла на тотальный диктант. Все. Отлично. Вот как ответит пациент с патологической обстоятельностью. Я проснулся 8 часов, ну, без двух минут. Одеяло на мне было, было, а я его скинул. На пол стал, значит, холодный пол был. И так же он может продолжать буквально вплоть до той минуты, пока он не пришел к вам, и вы не задали этот вопрос. Можно следующий вопрос, тоже к вам. Ну, представьте, что вы ударились. Посмеялась, пошла дальше. Посмеялись и пошли дальше. Вот как ответит пациент с эпилепсией. Так вот, значит, я тогда пошла, передо мной дверь, но я взялась за ручку, взялась и толкнула, а там еще бабушка стояла, у нее носки шерстяные, ботинки 40-й размер. Это излишняя обстоятельность мышления, вязкость мышления, которая возникает у пациентов с эпилепсией. Пойдем дальше. Расстройства эмоциональной сферы. Они могут затрагивать практически любую сферу, и ввиду того, что разряды электрические возникают в разных областях, в том числе и те, которые отвечают за проявление эмоций в лимбической системе, у нас могут возникать кратковременные депрессивные или маниакальные синдромы, то есть когда идет снижение настроения, торможение мысли и воли, и наоборот повышение настроения, ускорение мысли и воли. Вот как описывает Достоевский это у князя Мышкина. Вдруг среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молнии. Ведь это самое бывало уже, ведь он сам успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда по беспредельному счастью, вполне ощутимому, пожалуй, и могла стоить всей его жизни. Примерно такие же ощущения описывает и сам Достоевский у себя перед приступами. Эти явления отличаются от депрессивных или маниакальных синдромов при других психических расстройствах тем, что они возникают, как правило, кратковременно, на небольшой промежуток времени, и позднее, либо в будущем, либо непосредственно после этого состояния, могут наступить уже судороги. Можно дальше. И здесь вот мы поговорим про дисфорию, а вернее послушаем клинический пример, который был снят в Советском Союзе. Удивительно, что современных каких-то видео я не нашел, а вот я думаю, уже можно его включать. А в Советском Союзе, на самом деле, создали прекрасные пособия по психиатрии. Чего? Не хочу я делать укол. Не верю я в лечение. Пароксизмально возникающие эпилептические расстройства настроения, дисфории, характеризуются злобным аффектом, раздражительностью, агрессивностью больных. Только вчера все было хорошо, было хорошее настроение. Ну, а что сегодня случилось? Чего не случилось? Что-нибудь вас обидит? Все, понимаешь, что я это здоровый. Дисфории купируются тигритолом, седуксеном или неолептилом. Зоя, как вы теперь себя чувствуете? Да сейчас вроде ничего. Зоенька, а вы можете объяснить, на что же вы все-таки так рассердились? Что случилось? Да я сама даже не знаю. Бывают
меня такое настроение, что прям ну, разорвать всех хочется. А потом даже неудобно. Мне вот и сейчас тоже неудобно. Что вы извините меня, пожалуйста. Это достаточно характерно для таких пароксизмальных дисфорий, которые наступают у пациентов с эпилепсией, когда они развиваются достаточно внезапно, приступообразно, и точно так же они проходят от нескольких секунд до нескольких часов, они могут продолжаться, и затем такие постоянные приступы в итоге влияют на психику, на личность, и уже становятся определенной чертой, которая достаточно часто ассоциируется именно с пациентами с эпилепсией, то, что они характеризуются как раз-таки склонностью к дисфории. То, что мы с вами видели на слайде с... Можно там дальше? На слайде с эпилепсией. Ну, с эпилептоидом. И расстройство когнитивных функций. Первые три слова. Есть кто-нибудь, кто по-французски читает? Вот первое-то я могу прочитать, а вот дальше я уже не знаю, как правильно. Готовы вслух это сделать? Нет, я просто... Нет. Ну, назовем их по-русски тогда. Феномены уже увидены, уже услышанного, и последнее я не помню. Итак, значит, в 2007 году открыли специфическую зону, вот она зубчатая извилина. Это часть рядом с гиппокампом, который, собственно говоря, и отвечает за развитие феномена дежавю. То есть там проводили опыты с мышками, которым отключали специфические белки именно этой области, и в последующем они не могли выполнять, там, запоминать путь из лабиринта. Ну, то есть достаточно четко показано, что именно эта зона, скорее всего, отвечает за этот феномен. Я думаю, феномен дежавю, с ним сталкивались практически все, и это не значит, что у всех есть эпилепсия. Да? Этот феномен, он во многом характеризуется тем, что попадая в сходные ситуации, можно дальше, в сходные ситуации мы видим, что она повторяется не полностью, но при этом у нас возникает эмоциональная окраска и уверенность в том, что на самом деле мы уже в этой ситуации были. И превалирует здесь на самом деле не то, что мы действительно вспоминаем те же самые события, а превалирует уверенность, эмоциональная окрашенность того, что мы попали в сходную ситуацию. Такие пациенты могут выхватывать какие-то отдельные детали для того, чтобы соединить их с тем, что они уже переживали. Либо переживали во сне, либо переживали наяву. Но это, к сожалению, в массовой культуре может интерпретироваться и свидетельство о том, что дежавю – это свидетельство того, что мы уже побывали в этом мире, что мы живем не один раз и так далее. По крайней мере, мышки показывают, что, в общем-то, это можно объяснить и с точки зрения особенностей строения головного мозга. Пойдем дальше. Галлюцинации. Галлюцинация – это расстройство восприятия, когда мы видим, чувствуем, ощущаем на теле или слышим то, чего в реальности нет. Тогда, когда объектов для восприятия, собственно, нет. Это один из примеров простых обманов восприятия, простых галлюцинаций, когда перед глазами возникают яркие искорки. Но такие галлюцинации могут быть достаточно ярко выраженными. Они будут разными в зависимости от топики очага эпилептического. То есть если там ближе к затылочной доле, то это больше галлюцинации зрительные. Если ближе к слуховой зоне, то, соответственно, слуховые. И эти галлюцинаторные переживания могут дальше расширяться в такие крупные синдромы с наблюдением ярких картин, там, переживанием каких-то фантастических совершенно событий, так называемый там анероидный вариант помрачения сознания. И в итоге они вклиниваются в структуру других, гораздо более глубоких нарушений сознания. И в принципе они могут существовать и отдельно, и в чем особенность именно эпилептических галлюцинаций, в том, что они также наступают достаточно быстро и достаточно быстро проходят. Неожиданно и не связано с внешними обстоятельствами. Можно дальше, что у нас там по плану. Расстройство схемы тела и метаморфопсии. Здесь мы, вернее, пациенты, что они описывают? Они описывают то, что у них увеличиваются конечности, вот как на данном рисунке. Они ощущают, как будто бы у них руки начинают взлетать, как будто весь мир уходит куда-то далеко. И, или наоборот, у них может изменяться
видение предметов таким образом, что далекие предметы становятся вдруг неожиданно для них близкими. Но опять же, это все обычно окрашено эмоционально, и это не всегда истинное изменение восприятия, это еще и уверенность в том, что такие изменения есть. Пойдем дальше. Здесь должно быть следующее видео. Синдром Алисы в стране чудес, который тоже может быть в структуре эпилептических психозов. Это явление деперсонализации, дереализации, когда идет изменение собственного восприятия собственного «я» и отчуждение от окружающего мира. Как видите, мир становится каким-то нереалистичным, искаженным, измененным, теряется окрашенность этого мира. Общий посыл вы поняли. Примерно так описывают пациенты то, что они в итоге видят. Это может сочетаться с изменением, искажениями схемы собственного тела, изменением, искажениями в дальности, близкости предметов окружающего мира и, конечно, ощущение нереальности происходящего. Я думаю, можно дальше. Свет. Спасибо. Что? Да, можно следующее видео. Сегодня из городка Хонингсвок, это на севере Норвегии, пришла новость, в которую трудно поверить. Рано утром один из местных жителей обнаружил на пороге своего дома мирно спящую 5-летнюю девочку, которая, как позже выяснилось, во сне прошла 5 километров по автотрассе, в том числе по темному, почти километровому тоннелю. Ребенок, аккуратно шагавший по обочине, не получил никаких повреждений и не простудился. Это при том, что в ту ночь температура опускалась до нуля, а девочка вышла из дома без одежды, в одних ботинках. Сергей Морозов, узнав подробности этой истории, вспомнил и о других удивительных проявлениях лунатизма. Сестра попросила Кристин посидеть с ее 4 детьми, и Кристин, конечно, забыла, что маленькую Тею не зря прозвали Тея Сапоги-Скороходы. Она и раньше ходила во сне. Я проснулась в 6:30 утра, потому что позвонили из полиции. Спрашивают, это вы присматриваете за девочкой по имени Тея? Я говорю, да. А она дома? Я иду в комнату и в ужасе вижу, что девочки-то нет. Тея в одних трусиках, правда, ботинки она во сне надела, прошла через длинный километровый тоннель, вышла в соседний город и там села на порог чужого дома. Это самый север Норвегии. Ночью бушевал шторм, температура ниже нуля. Девочка даже не простудилась. Я думаю, все. Спасибо. Явление лунатизма, то есть или снохождения, они тоже достаточно характерны для пациентов с эпилепсией. Но не только снохождения могут быть, это могут быть и хождения наяву. Там дальше у нас что-нибудь есть? Я, честно говоря, не очень помню свою презентацию. Да, а это уже психомоторное возбуждение. Это психомоторное кататоническое возбуждение с симптомом стереотипии, повторением одних и тех же слов и движений. Мама! 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 Мама русская! Мама русская! Мама русская! Мама моя русская! Мама моя русская! Ой, дитя! Да, здесь, конечно, есть и эмоциональная окраска, достаточно тяжело увидеть чистый, без эмоционального компонента. Я все-таки сторонник того, что в любом психическом процессе есть интегральность всех психических процессов. Здесь мы тоже можем это наблюдать. Один из пациентов на волне, там дальше, по-моему, слайд должен быть, да? Один из пациентов на волне такого возбуждения, правда, уже с явлением слабоумия эпилептического,
которое у него наступило с течением времени, он на волне таких возбуждений разбивал окно, резал себя, пытался резать окружающих, персонал, то есть мог наносить там, повреждения. И, к сожалению, часть таких пациентов, они действительно могут причинить достаточно серьезный вред и себе, и окружающим, в связи с чем их госпитализируют не всегда добровольно. И есть особенное состояние, называется сумеречное помрачение сознания. Сумеречное почему? Потому что весь мир для них сужается. И они как будто бы действительно идут в сумерках под светом фонаря. Я очень ярко помню фотографию, картину, которая у нас висела в учебной комнате по психиатрии. Там был нарисован черный человек, окруженный небольшим количеством света, и вокруг была темнота и свет фонаря. Примерно так себя и ощущают пациенты в этот момент. И это характеризуется дезориентировкой, то есть они не понимают, где находятся, они считают, что они находятся в каком-то конкретном мире, они отрешены от окружающего мира, хотя при этом они могут там, давать краткие ответы. Фрагментарность мышления, то есть вы будете слышать от них только какие-то обрывки фраз, и в последующем это характеризуется полной или частичной амнезией происходящего. И один из вариантов такого сумеречного помрачения – это фуга эпилептическая, хотя фуги встречаются и при других расстройствах. Это когда больной внезапно для окружающих, не понимая, что с ним происходит, без всякой веской причины, вдруг начинает убегать, уезжать, и иногда их можно там, обнаружить уже в другом городе за несколько километров. При этом, при всем, они умудряются общаться с людьми, совершать элементарные там, социальные функции, там, буквально заплатить за билет, в какой-то именно город поехать и так далее. И это действие длится достаточно недолго, но оно может протекать порядка нескольких минут или часов, но отдельный случай описан, когда это состояние длилось порядка нескольких месяцев, и также внезапно оно пропадает. Зачастую в таких состояниях пациенты могут совершить некие действия, которые могут оценены как криминальные. Вот один из примеров из учебной литературы. Пациент, его слова. «Дальше помню, что пришел к дому, попал в какое-то здание, женщины в белых халатах мыли полы. Подумал, что попал на хлебокомбинат». Это он пришел в поликлинику. «Спросил об этом у женщин, но те сказали, что я не туда попал. Я сказал им, что я свой завод не знаю. Потом подошел какой-то мужчина, я спросил у него, где раздевалка. Он ответил, давай одежду мне». Это был врач. «Я испугался, одежду не отдал. Потом помню, что стоял на остановке раздетый и кричал, что меня ограбили. Женщина на остановке сказала мне, пойдемте в милицию, разберемся. Я испугался сначала, убежал, а потом решил пойти и разобраться. Как меня взяли, не помню, только в милиции потом увидел, что пиджак не мой и шапка тоже не моя». То есть пациент, внезапно попав в это состояние, когда пришел на прием в поликлинику хирургу, он снял свою верхнюю одежду, повесил ее, а потом впал вот в это состояние фуги, когда дальше он взял одежду этого самого врача, пиджак врача, шапку врача, общался с сотрудниками этой поликлиники и вот был обнаружен уже через некоторое время, когда он из этого состояния вышел. То есть какие-то фрагментарные данные они сказать могут. Можно дальше? Что у нас еще тут есть? Это то, что сделал по моей просьбе Денис. Любезно было с его стороны, это визуализация того, что мне рассказывал пациент. Пациент с симптоматической эпилепсией, то есть она у него возникла вследствие травмы головного мозга. В последующем у него наблюдались очень странные смешанные приступы, не только они были эпилептического плана, но и истероидного тоже. И на волне этих приступов он описывал то, что видел некоторые сюжеты. Одним из сюжетов, которых он здесь описал, я увидел черный квадрат. Этот квадрат начал постепенно превращаться в замоченную скважину, и мне
нужно было сквозь нее прошмыгнуть. При этом то, что я наблюдал у него в этот момент, после чего он мне это описывал, он закрытыми глазами резко напрягался, вставал, пытался куда-то идти. Этот же пациент описывал еще несколько переживаний, и можно следующий слайд, там, наверное, что-нибудь еще есть? Или там все? Нет этого слайда здесь. Ну, хорошо. Этот пациент также описывал некие религиозные переживания. В частности, он видел, что два бога, видимо, языческих бога, дрались между собой. Потом они начали играть в футбол. И затем они погнались за пациентом. И на волне вот этой погони пациент снова пытался куда-то встать, куда-то пойти, также с закрытыми глазами, не контактируя с окружающими. Таких переживаний у него было достаточно много. Приступов было у него гораздо больше. Но информацию он не всю мог сообщать. И вот на название сегодняшней общей лекции – это «Эпилепсия – это священная болезнь». К сожалению, один слайд там не попал. Действительно, у пациентов с эпилепсией часто возникают галлюцинаторные и бредовые психотические состояния, связанные прежде всего с религиозным наполнением их. И одна из гипотез предполагает, что как раз-таки у Жанны д'Арк было психическое расстройство, эпилепсия, она слышала там голос ангела, который ей говорил идти там, спасать Францию. То есть отличие от шизофренических переживаний в том, что такие переживания приходят и проходят, но оставляют под собой след. Другое дело, что пациент с шизофренией, как правило, если у них возникают такие галлюцинаторные переживания, то они им доверяют гораздо дольше и гораздо больше в это во все верят. И последний слайд. Спасибо. Мне помогли в сегодняшней лекции клиническая эпилептология Кисина, пропедевтика Менделеевича, Казаковцев и мой личный жизненный опыт. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они были.